Финская народная сказка, как миряне попа нанимали. В одной деревне умер поп, а без попа там никуда нельзя ни женить, ни крестить, и поэтому решили миряне попа нанять. А мимо той самой деревни проходил мужицок-проходяга. Они к нему и обратились. «Мужик-мужицок, стань у нас попом, мы тебя слушаться будем». А он им и ответил: «Что вы, миряне, что вы, прихожане, я неграмотный, церковной грамоты не знаю». А они снова к нему пристают и говорят: «Мужик-мужицок, стань у нас попом, у тебя голос хороший, мы тебя слушаться будем». На том и порешили. Пошел поп в церковь. Пошли миряне за попом в церковь. Ходил по плясу, взял кадила и начал петь: «Миряне, слушаете ли вы меня?» Миряне отвечают: «Слушаем, батюшка, слушаем». «Слушаем, батюшка, слушаем». Все вместе. «Слушаем, батюшка, слушаем». Далее поет поп: «Миряне, что я буду делать, то и вы делайте». А миряне отвечают: «Слушаем, слушаем». Давайте подружнее. «Слушаем, батюшка, слушаем». Ну вот, уж больно поп-то кадилом так кадил, да уж больно рьяно. Один уголек да и выпал, да никуда не будет. А за голяшку сапога попа. А уголек-то живой, ногу то жжет. И вдруг стал наш поп топтаться. Стал наш поп топтаться, и стали миряне топтаться. Да не больно рьяно топтитесь, белый завид не шо. А уголек-то живой, ногу-то жжет. И стал наш, повалился наш поп на пол, да стал ногами-то легаться. И стали все легаться. Но один-то, прихожанин не выдержал и выбежал из церкви. А навстречу ему запоздавший прихожанин, да и говорит: «Служба-то, наверное, прошла». А тот, который выскочил из церкви, да и говорит: «Топтание-то прошло, а легание да валянье началось». Вот и сказка конец. А кто слушал, тот молодец.